купили баночку инжирного варенья. 2 евро. Хотела нас обмануть. Ну, Дима не дался обмануть. Что-то нет кепок твоих? Сделали остановочку в дороге, там красивое место. Да. Не может быть. Вот, смотри. Здесь мы, по-моему, лазили. Нет? А вон пляж рядом. Ну, так сильно нет. Нет, там были эти дырки. Нет, это не он. Пляж вообще вон там, вон дальше, видишь? Настолько что, дальше, держи. Настолько что остановили гаишники первый раз тут. Вообще в России меня не особо останавливают, а тут вот в Черногории посмотрели документы, все в порядке, отпустили. Я даже немножко напряглась так сначала, но вот, первый раз. Тут, кстати, очень много по дорогам стоит гаишников, полиция. Вот, и вот нас остановили. Надеюсь. Вернее, хорошо, мы там никаких нарушений не было. Я так немножко сжалась. Сейчас, да. В тоннель въезжаем. Вот. Ой, опять, видишь, темно. А этот вообще без освещения тоннель. Ну, не знаете, есть еще светки. Ну, пока. В принципе, ночью по дороге едешь так же. Приехали на Сафари Бич. По-любому на ней нужно помолиться. Ага. Народ с пляжа, мы на пляж. Нам хочется освежиться. К
какое солнце. Вот это вот Сафари Бич. Вот такие, короче, тут велика пляжа. Мы несколько уже пляжей посмотрели. И что хочется сказать, здесь вообще идеальное место, чтобы с детьми приезжать, потому что тут очень далеко мелко. То есть идешь, идешь, тебе по колено, глубины практически нет на этих пляжах. И песок классный. Вот. Ну все, мы наплюхались. Едем дальше домой. Душек. Заехали купить вина. Вина мы купили такую бутылку. Оно черничное. Фруктовое вино из черники. По-моему, оно сербское. Сейчас убедюсь. Так. Македония. Республика Сербия, да. Это сербское вино. Купили дыню на дороге. Дыня стоила 1 евро. Купили виноград. Виноград был 2,30 евро за вот такую вот пачку. Ну, в магазине мы купили конфетки мятные и вот такие вот пироженки. Эти пироженки на 2,64 что ли евро, ну где-то так вот. У них одна цена, они продавались,
просто поштучно набирала, и она взвесила. Сейчас мы хотим поужинать дома с вином. Ну, в принципе, мы тогда в баре поели нормально. И сейчас мы просто посидим, вино попьем, поедим дыню. Это наш последний вечер здесь. Я вообще хотела подняться на крышу сегодня, но поскольку мы уже... На крыше просто ресторан, в котором мы как-то вот завтракали в первое утро. Хотелось попробовать на крыше покушать вечером, но уже мы просто сильно побились в баре и уже просто ужинать не хочется, поэтому мы взяли домой вина, дыню, сейчас так маленько посидим. Сегодня тоже был классный день, вообще время, кажется, летит так быстро. Грустновато, что мы уже сегодня последний вечер, что завтра уезжаем. Вот. Завтра, конечно, будет тоже много интересного. То есть мы с Монтенегро не уезжаем, продолжается наша поездка. Просто вот Ульцинская ривьера, на этом все. Мы заканчиваем свое путешествие здесь. Мы едем завтра в горы. Да, кстати, на ресепшене работает милый мальчик. Он стал помогать нам с парковкой, потому что реально тут очень, ну, как-то вот вмещают, очень тяжело нас запарковать, потому что машин много, и он вот с сегодняшнего дня или со вчерашнего, мы стали его просить, чтобы он припарковался. Вот, он нам приносит ключи потом в номер. И также он выезжает с парковки. Это дынька за 1 евро. А ента виноградик за 2,30 евро.